Неуместные ларьки, разбитые дороги и нечищенные лестницы. Глава округа Вячеслав Жилин накануне встретился с жителями северо-западного района. Горожане рассказали о насущных проблемах. В дискуссии также поучаствовали представители управления ЖКХ и комитета городского хозяйства. Подробности у Евгения Янурова. Больше всего обращений к Вячеславу Жилину оказалось у жителей дома номер 22 во втором квартале северо-западного района. Горожан не устраивает, что рядом с их многоэтажкой хотят установить новый торговый павильон. У нас было два киоска. Вот один убрали киоск, потому что там пиво это запретили продавать. Теперь нам еще один киоск привозят и ставят его на детскую горку. Златоустовцы сетуют, это единственная площадка для детей. Если на ней появится киоск, то места для игр совсем не будет, а ведь рядом еще и дорога. Мы договорились о том, что архитектура отработает с руководителем, потом посмотрим жителей, может быть, даже вас выйдем на место, посмотрим и сделаем так, чтобы это было удобно. Неудобные жители называют и автобусную остановку рядом с 22-м домом. Проезд здесь крайне узкий, и ожидание маршрутки зимой превращается в настоящий экстрим. Это обращение занесли в протокол. Еще одна горячая тема – освещение дороги, ведущей во второй квартал. Нужно строить линию порядка 800 метров, цена вопроса 720 тысяч рублей. В план 15 года Вячеслав Анатольевич не внесен этот объект. Волнует горожан и то, как убирают снег. Грейдеры, конечно, проходят, отмечают жители, но после уборки остаются огромные сугробы на обочине. Я постоянно встаю вот 4-5 утра, смотрю, и вот эта груда остается у нас. Руководителю будет указано. У нас летом одна проблема, зимой проблема другая. Проблема связана с посыпкой тротуаров, состоянием лестниц, с посыпкой и с чисткой дорог. У нас управление, территориальное управление, Максим Сергеевич, по четвергам ездите вы? Вот по четвергам приглашаем вас, поднимите, кто готов. С Максимом Сергеевичем проехать, он составляет протокол. Старшие домов, я думаю, что было бы здорово, чтобы вы поучаствовали. Управление муниципальной милиции в том числе. В пятницу протокол ложится ко мне на стол. Участники встречи узнали, в планах очистить и обустроить в северо-западном районе ливневки, а также установить современные контейнерные площадки. Ну и сами жители должны проявлять активность не только в виде обращений, но и благоустраивая территорию возле домов.